Всем привет, и это продолжение моей дуэльной игры, начало которой вы могли видеть вчера. Так что я вам рекомендую перейти по ссылке, которая сейчас появляется, и посмотреть все-таки сначала первую серию, а потом возвращайтесь сюда и продолжайте просмотр. А может, нет, надо... Чем быстрее закончим традицию, закроем, тем будет лучше. Так, где у него там лучник? Кстати, а что он религии взял? Я даже не посмотрел. По-моему, фигня. Будет крепость ставить. Да ладно. Ну, окей. Вообще не возражаю. Мне кажется, ему надо было и сей ставить, например, вот здесь. Хотя я не помню, была тут граница или нет. В том плане, чтобы лес срубить, например. Ой, мне, кстати, надо в город кого-то поставить. И вылечить копье. Я не буду за этим лучником бегать, нефиг мне делать. А, у него еще один. А он что, пошел в честь? Боже. Но он суров, конечно. Вот тут лечилка. Вообще надо отступить сначала будет, а потом уже лечилкой тут размахиваться. Что я успел поменяться. Еще и починил крепость, отлично. Так. Thank you.
ну, доживу я до мечников, интересно, или нет? Так. Что, мне нужна философия для арбалетов? Нет, философия, блин, оракул все-таки надо. А вот дальше можно деньги, потом инженерное дело и арбалеты. Так, давайте, наверное, копейщиков обстреливать. Я просто, к сожалению, не убью, видимо. А, тут же крепость. Так, надо кого-то в город, чтобы сила была. Убит. Значит, что надо тут дороги тоже построить. О. Так, а если мы в Варшаву пустим, у меня есть где-нибудь амбар? У меня есть амбар во Вроцлаве. О. Когда пойдут мои вот эти уникальные здания, все, конечно, будет намного веселее. Ну а пока надо отбиваться. Да что, он вылечился там? Лодь. Опять он пошел тут в атаку. Неугомонный. Но он теперь армии настроил. О, блин. Я не знаю, может позволить ему взять Краков, а потом его отбить обратно и эту крепость себе захватить? М?
Как вам такой вариант? Пускай он его забирает. Просто мне опять вернется вот эта территория без этой крепости. Так что пока не будем овец тут обрабатывать. И дорогу тут не будем строить. Ну вот почему-то сейчас тут юнит появился же. Непонятно. Он все дорогу строит. Да, я думаю, надо отдавать Краков, а потом просто его спокойненько назад заберем. Так, этот лучник мне давно не нравился. Или подождите, или этого стрелялку. Что Варшава обрабатывать начала? Золото. Ну, в принципе, верно. Так. Неужто будет еще один, одну эту ставить? Да ладно. Ну, а захватывать? Не отойду. Или ему нечем, не пойму я. Да ёлки, почему лодь голодает?
Блин, этот рабочий тут зачем-то у меня стоит до сих пор. Так. И не убил. Ну, кем брать будет? А, вон еще один идет. О. Еще один генерал. В Кракове, который чуть не захватили. Ну, очень он, конечно, у него это все муторно идет. Я думаю, он там расстраивается, мне так кажется. У меня такие подозрения. О, no science, как всегда. Блин, минус 28 у меня, у него минус 29. У меня хоть мечники есть открытые. Сейчас еще поднастрою вот этих вот своих. Денюжка появится хоть какая-то. Ну, должен следующим ходом он взять этот город, наконец-то. Правильно? Теперь мне надо подумать, как встать, чтобы этот город нормально можно было обстреливать. И следующим ходом захватить, собственно. Наверное, копейщика сюда. Мечника сюда, колесницу сюда. Вот так. Но он должен захватывать город этим ходом. Так что надо обстрелять кого-нибудь для начала. Он обстреливает этот город. Смогу ли я его вернуть сразу же? Вот в чем вопрос.
Что-то он... Он реально как-то очень долго. Блин. Чего он там ждет, я не понимаю, что... Почему он не берет этот город? Так. У меня тут армии еще дофига. Ну, почему мне не показывается? Во. А, походил уже. Ну что, будет на последней секунде брать, да? Блин, мне не спасти этот, к сожалению. Я не понимаю, что делает. Он не хочет брать город, потому что... Видит, что я его обратно заберу. Ну, окей, я тут продолжаю юниты строить тогда. Что у нас по производству вообще? Ну, я не сильно отстаю на 7. На всякий случай. Хочет мои юниты, видимо, тут окончательно уничтожить, чтобы без проблем взять город.
Так, нафига мне тут амбар? Минус 33. Армия примерно равна. Краков он прям не хочет брать. Вот прям говорит, не нужен мне этот город. Видимо, пока я тут стою, он Краков и не захочет взять. О, я дождался этого момента. Да ладно. Ну, Краков я должен отбить все равно. Хочется верить.
Но он долго, ну так, блин, долго этот Краков бедный мутуя. Он мог, если он боялся, что я его отобью, типа вернуться эти, но он же мог обратно его отбить с такой армией. Он там собрал ее. Непонятно мне. И что, он сжигает его? Его, наверное, несчастье. Нет, всего два несчастья. Ну, к сожалению, это, пожалуй, все, скорее всего. Да. Придется отступить. Зато наука появилась. И это еще не проигрыш. Так. Я, к сожалению, эту не смогу спасти, да? Печаль. Так, надо расти. Теперь надо расти. Вообще, приятно, конечно, рекламировать 2GIS, у них постоянно появляются новые функции, и мне есть что вам рассказывать. Вот, например, теперь этот справочник и каталог организации показывает, в какой вагон метро вам надо садиться, чтобы куда-нибудь добраться. Думаю, для жителей Москвы, где составы метрополитенов очень длинные, функция окажется полезной. Так что заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте программу под вашу платформу 2GIS, если быть точным. Так, тут мы вроде все обработали. Надо еще тут следить. Ну, еще поотбиваемся. Мне реально везет, что мой соперник не очень хорошо воюет, поэтому так бы, наверное, раньше меня снесло.
Зачем я убрал? Если он тут поставит крепость, мне тут надо будет ставить крепость. Или не надо? Понимаете, он вот тут может поставить, и тут у него два, по-моему, там где-нибудь, или один. Ну, в любом случае, у него честь. То есть, крепостей он может наставить прилично. Вот, сейчас он будет еще 100 золота, да. 100 золота за использование людей. То есть, вот у него золотишко появляется. Соответственно, и наука тоже. А я это чудо не мог построить. Ну, я его не открыл просто. Так, что он там моего мечника обстреливает? Да, попробую бараки построить. Или у него от религии золотишко какое-то, да. Он же взял плюс 100. То есть плюс 100, вот это правильно. А вот зачем плюс 2 веры от каждого чуда, чтобы быстрее, ну, вера собирала, чтобы миссионеров? Не знаю, по-моему, лучше, чтобы они меньше стоили, что как какой там есть... Станет меньше золота, ничего от этого не произойдет страшного. Так. Тут может обработать. А что у нас Варшава обрабатывает? Ну, что надо, то и обрабатывает. Видите, проблема в том, что я не получаю пока то, что я хотел от своего развития. Потому что мне не хватило денег на открытие всего, что мне надо. Но мечников я вроде взял правильно, что взял философию, у меня мечников не было. Тут бы вообще уже гамовер был. У него письменность даже не открыта. Прикольно. Bye.
Так, Вроцлав растет, и мы будем обрабатывать. Ладно, лошадей. Блин, мне бы еще караваны. Кстати, а Вроцлав, ну да, Петру может построить, если я ее открою. Тогда он Петру, конечно, только в путь. Я не знаю, мне просто, ну, как бы уже юниты некуда ставить, мне бессмысленно юниты еще строить. По идее, следующим ходом я могу полечиться. Этим уже меня обстреляли. Давайте-ка подойдем. Сейчас обстреляют городом и конюшней. Отлично, значит, этого мы попробуем убить. Он с той стороны идет и будет пытаться там поставить... крепость. А я бы реально тут попробовал продавить. Тут ставлю крепость. Я ставлю крепость. Он еще одну крепость. И все вот это... Ну, хотя, блин, знаете, один проход... Одна клетка прохода не самая приятная вещь. Типа сюда прыгнет коляска, если я убью его копейщика. Тут надо дорогу. Столько дорог надо построить. Ну, в принципе, ну, пускай прыгает, боже. Мне этот лучник только зря деньги на него трачу. Так, закрыли традицию, наконец-то. Решил взяться за мою эту...
Так, столица. Есть у меня еще что нормальное обрабатывать на еду? Нет, только такое. В Лодзи есть. У меня, кстати, везде библиотеки. Вот в столице нету. Нет, есть библиотека, тут тоже есть. И тут есть. Значит, мне надо с колледж, если я философию открою, вариант построить. Окей. Да, он там посело повел. Ну, блин, все равно пока не выглядит, что я проигрываю, понимаете? Как ни крути. Если я сейчас начну расти, у меня как бы есть счастье из-за того, что у меня город взяли. Выйду в философию, смогу нацколледж построить, оракл тот же. Армии пока у меня тут немерено. То есть я могу защищаться. Единственная, конечно, проблема, у него больше генералов. И у него честь. Взята. Это да, это проблема. Но хочется верить, что мы с этой проблемой справимся. Так. В лечильню. Эту коляску. Мне бы на самом деле еще один караван не помешал. Очень и очень.
Не знаю, стоит ли нападать. Ладно. Хоть кого-нибудь обстреляю. Что, будет этого обстреливать? Чувачка, давайте следить за развитием ситуации. Так, рабочий. Он хочет сюда поставить крепость. Тут он обстрелял мою коляску. Дело в том, что мне достаточно обстрелять его коляской, и этим я захвачу тут. Коляской обстрелял мечника. Подошел копьем. Наверное, еще метким луком должен его обстрелять. Мы пока стоим, ждем. Все, а что мне тут охранять? Он может зайти только вот отсюда, если зайдет вообще, в принципе. Интересненько. Конем. Эх. Не хватило, понимаешь? Слушай, а нахрена мне вот рабочие, например? Надо удалять. Блин, как я тут... Не хватило чуть-чуть удара. Да, что-то рабочих у меня много. Надеюсь, я смогу поменять в начале хода и вылечить.
Варшава сейчас начнет расти. Весело. Так, железо, железо есть. Блин, а что еще могу? Смотрите, я в Варшаве уже просто тупо все построил. Может, катапульты построить и гаидику? Не, ну я гаидику не возьму, конечно же. Бараки. Нет, пока рано. Не так много у меня юнитов. Да, единственное, что меня волнует, что он как бы... Все-таки там что-то исследует. Но я, правда, тоже исследую. Видите, у меня тут идет философия. Три хода. Давайте, может, попробуем после философии сейлинг открыть. Потому что мне нужно караваны в Варшаву отъедать. По-хорошему. Ну вот, так я убиваю вообще. Давайте, наверное, собственно, и попробуем убить, может. Так, цирк могу построить. О! Стоп, у меня уже перебор содержания юнитов. Во как. Так что давайте попробуем цирк. Интересно, зачем я это сделал, но... А, вот мне почему, мне надо... Будет все-таки ставить тут крепость.
Рост, две еды, две еды. Давайте, наверное, вот так сделаем. Четыре хода. Тут что у нас? Вот это оставим, а тут на производство. Все, видите, содержание... Проблемы с содержанием ушли. Так, сколько у меня рабочих? Раз, два, три, четыре, пять рабочих. Надо с этим что-то будет делать. Блин, ну вот этого давайте удалим. Бараки, святилище. Может, святилище и попытаться уже добить религию? Лучше держать тут. А когда у меня... О, скоро. Так. Один ход до философии, наконец-то. Построим в Варшаве оракул. Возьмем... А может, честь взять? Хочется все-таки волю закрыть. Блин, а зачем мне вот сейчас рабочие по-хорошему? И зачем мне, чтобы они быстрее... Хотя... Я, например, рабочих смогу... Вот двое рабочих... Один рабочий появится, я его могу продать. Да? Раз, два... Ну вот этого я точно могу продать.
Какая-то денежка будет. Блин, с другой стороны, вот с оракула. Средневековье надо. Я в средневековье. Мы все в классической эре. С соперником. Так, значит, после философии надо сейлинг, а после сейлинга деньги нужны, а потом инженерное дело. Вот так. Так, надо сидеть по городам. Фига себе, Варшава. И он 100 золота за это получил. Куда ты их потратил? Ну, не 100, а 67. Но все равно. О. Нац колледж. А потом оракул. А может не потом, а вот, собственно, в каком-нибудь другом городе оракул. 7, тут 10. Давайте 5, а тут оракул 7. Да. А здесь бараки. Подождем, лучше так ход не заканчивать, а то, знаете, он может прыгнуть, поставить крепость, вот это вот все. Зачем рисковать? Так, караван перестал в Варшаву бегать. Кстати, мне еще счастье нужно. Это как раз вот, вот здесь. Блин, ему надо что-то делать. То я так потихоньку-потихоньку и уйду.
Золотой век, наверное, будет лучше запустить, потому что... Ну, то есть я с Оракула возьму одну, и через 13 ходов еще и другое что-то закончится. Золотой век, потому что будет больше золота, и я быстрее что-нибудь следующее открою. Так. Следующим ходом смогу караванчик построить во Вроцлаве, наверное. Начал сжигать Краков. Двумя композитами. Что он все тут конем проверяет? У меня тут, блин, в демографию достаточно зайти и посмотреть, что у меня тут... Ага, решил пойти в атаку. Походу. Так, караван. Следующим ходом, отлично. Коник, коник. Блин, вот тут я дорогу зря не построил, конечно. Какие-то странные тут перемещения делаю. Так, ладно. Блин, а там что-то стояло? Как всегда. Так, караван. Личинка. Следующим ходом у меня будет плюс 3 науки и плюс 50, то есть плюс еще 5, наверное, то есть плюс 8 науки. То есть нормально пойдет. Так, может мне... Блин, только я думал, убить этого коня или нет.
Ну, я считаю, что ему лучше всего, вот как я и говорил в начале, тут поставить крепость. Я ее отбираю своей, тогда он тут ставит крепость. И мне ее отбить нечем. И вот эта клетка будет открыта. Ну, правда, с другой стороны, пролезть ему все равно будет сложно. О, плюс 27 науки. Ну, почему? Где моя религия? Почему она не появляется? Кстати, висячие сады мне дали бесплатные просто сады, которые я в Варшаве, в принципе, не мог построить, потому что у меня нету речки. А так хоть будут. Блин, мне опять нечего строить. О, он улучшил религию, и что он там взял? Производство? А вот и генерал у меня еще один. Вот теперь ему уже тут не пробиться. Так, что он взял в религии, я так и не понял, как это было. Пагоды. Пагоды хорошая штука. А, плюс 20% около Варшавы он сейчас хочет. Блин, ну я сейчас получу своего пророка и по идее... А я по идее должен же его получить, да? Это пантеоны нельзя основывать, а религии можно. Когда, ну, укреплена религия, то еще религию основывать можно. Так. Что он не хочет заканчивать? Вот, давай, где мой пророк? Появляйся, чтобы я плюс 20% он не имел против меня. Ну, не хочет пророк появляться, хоть ты тресни. Тут у него дорога еще идет. О, этот апнется. Еще можно поатаковать этого. Кстати. А чё я вообще, у меня тут стоят коляски, блин, как... Вот реально, у меня какая-то... Ну, я могу религию оставить, где мой пророк? Тут ничего не занято. Где пророк? Кого обстреляли? Петра во Вроцлаве будет. Тоже очень хорошо.
Он будет пытаться с этой стороны меня. Ну, короче, надо его тут атаковать, конечно. Вылечился, молодец. Блин, ну почему я не вижу юнитов? Ну блин, ну вот эта хрень тупорылая, что я не вижу юнитов, это просто трындец какой-то. Игре 5 лет не могут все баги решить в итоге до сих пор. Нормальные люди вообще? Боже, он-то город собирается ставить. Придется мешать. А этого как пообстреливаешь? Да, мне сначала нужны деньги для науки, а потом вот Колизей для счастья. Цирки я везде построил. А, вот тут нету цирка. А почему я его не могу построить? Да, потому что тут лошадей нету. Цирк только если лошади или слоны. Да. Да, это так. Утомительно, это просто утомительно. О, ура! Или подождите, или нам взять плюс один от четырех. Но у меня не так много жителей.
Чуть не успел, понимаете? Опять фаст-клик, и не успеваешь ничего. Не знаю, убить этого, не убить. Деньги. Это очень хорошо. Начинаем строить деньги. Так, а тут что? Бараки позже. Сначала деньги. Так, и переключаемся на... Да ладно, он тоже в мечников вышел. Ай, минус 72, охренеть. Производство, производство, производство. Каменная кладка, придется обождать немного. Так, что говорит демография, что я уже по всему на первом месте. Единственное, что как меня соперник может победить, это продавить генералами, потому что у него генералов больше. И это единственное, что меня, собственно, беспокоит. Ух ты, Женева мне войну объявила. Да. К сожалению, разграбил. Опять я юнитов не вижу. Ну, а нахрена мне их видеть, правда? Бесполезно ж. Бесполезное знание.
Ну, кстати, я соперник еще и перекликиваю, между прочим. То есть это тоже влияет. Захватить может рабочего, там никакого юнита нету. Ну вот он, видите, начал, видимо, делать, о чем я и говорил. Так что надо перекидывать генерала туда. Что-то я не пойму, что он тут нахимичил. А он, кажется, нахимичил. Еще один поселенец? Боже, а куда он его хочет всунуть? Тут же просто уже все, уже нету места, все. Раз, два, три. Ну, тут нельзя. Прям даже не знаю. Понятно мне. Ну, ему надо сюда ставить. Не знаю, может, его отвлекли там. Так-то он вроде, ну, вменяемо играл. Вы же сами видите, что хорошо играет человек. Немножко, ну, проблемы... С воеванием, но не такие уж сильные, там прям уже он прям плохо воюет, нет? Просто я вроде отбиваюсь, ничего так. Ну, он мне прям место уступает, прям стоит. То есть я боялся, что он сюда сейчас поставит генерала. Взял мне место, уступил. Зевса статуи. Как он собирается? И какой, что, в Варшаву сейчас собирается? Не понимаю я его действий. Да я уже меткалуков скоро буду строить. Через два хода. Так что обождем уже с колясками. Хотя меткалуки, они как бы не особо, не сильно сильнее. Вот смотрите, коляски 10, защита 6. Меткалуки лучше, что они сами по себе сильнее. А так 11-7.
Может, моему сопернику играть надоело? Вот как-то он так сейчас... прям даже жалко, понимаете, что... Так, игра-то шла интересная, и он прям вот вперед и... Я не буду дальше нападать, например, я не буду там пытаться захватить Краков. Слушайте, он постоянно у него сжигает его что-то. Или это глюк какой-то. Мне тут достаточно обороняться, выйти в арбалет и все, это ГГ. Что, он будет тут сейчас крепость ставить? То есть вот так как-то странно генералами распорядиться. Ну давайте посмотрим. И Кейптаун мне войну объявил. Ну мне как-то пофигу, откровенно говоря. Ну, может попробовать этого генерала захватить. Тут дорога есть? Есть. Тут дорога тоже есть. Двойной удар. И тут двойной удар. В принципе, я его могу захватить. Сейчас мы попробуем это провернуть. Да. Мне что-то кажется, что он ГГ сейчас напишет. То есть теперь мне уже можно не бояться, что он поставит тут крепость. Да, жалко, слушайте. Не знаю, что там у него произошло. Хорошо ж воевали, блин. Мне даже интересно было. Да, я знаю, что двумя городами сейчас будет обстрелян. Да ладно. Ну, вот и встал он сюда конем, и что? Ладно, что-то я тоже начинаю расслабляться. Надо собраться и биться до конца. Так, золотой век, видимо. Это всего плюс 2 счастья. Нет, золотой век. Мы счастье сейчас с рынков. Ой, с рынков, с арен получим. А, вот еще генерал идет. Ладно.
Но потерять еще одного генерала, он как-то все-таки обидно, наверное. И как построю арены, сразу можно метка луки. Потом великую стену. Лечимся. Ну вот, как я и говорил. Но тут я думаю, что я бы тут отбился в любом случае. То есть вот на данный момент выглядит так, что я отбиваюсь. И, по-моему, ошибку он вот тут вот совершил. И вообще, то есть, ну, по-моему, он хорошо сыграл, мой соперник. То есть он чуть хуже воюет и как-то, ну блин, вот особенно с этим, с Краковым он как-то так медленно все это делал, захватывал. Надо агрессивнее играть. Играл бы он агрессивнее, реально у меня уже бы тут шансов не было. Но, видите, я в итоге выстоял и победил. Ну, спасибо, что досмотрели до конца. Вы слышали Лешу Халецкого. Канал Леша играет. Не забудьте подписаться, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, вам это видео понравилось. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.